как это есть, и это является основой изменения этих отраслей в сторону повышения экономической эффективности. Это очень информационно у нас. Например, город Мытищи 3 года назад перечислены с помощью аэросъемки и данной системы зонирования все объекты недвижимого имущества, получены трехкратное увеличение бюджета города, вступление налогов и имущества. Высокоточное земледелие, 30% экономии за счет высокоточного картирования полей. Интеллектуальный транспорт – это решение проблемы пробок и все, что связано с управлением территориями. Огромное количество задач, они все инновационные. И мы видим образ клуба, который вписывается в НТИ, прежде всего, своими базовыми компетенциями, но с некой амбициозной целью. Мы входим в группу АРНЕП, и кружковое движение тут участвует, я лично не участвовал, и я прохожу по группе образования в АРНЕП. Весь АРНЕП свелся, часть его значительная, к решению задач дистанционного зондирования земли, кадастры, внедрения, мониторинг и прочее. То есть это фактически то, о чем пространственные данные. Так вот, мы говорим о четырех словах, которые должны лечь в основу нашего университета. Межсосевой, сетевой, межрегиональный и международный. Четыре вещи, которые очень амбициозные цели, и мы не увидим, как это найти. Пример. К нам обратилась Куба. Мы в рамках НТИ работаем с компанией «Киоскан». У них конкретная цель – построить похожий на наш университет в своей стране. Мы видим своей целью сделать тиражируемую модель университета в рамках регионов России, в рамках других стран. С таким же обращением поступил Казахстана и вот университет БРИКС. Китай сейчас строит университет, выбирает, в какой стране построить университет по спутниковой навигации глобальной. Выбирает страна, мы туда тоже входим. Вопрос. В России есть все технологии геопространственные. Это ГЛОНАСС, это компания, как лидеры, это и Геоскан, и Сканекс. Мы хотим помочь им выйти на эти рынки. Мы видим с вами сегодня. Как мы это планируем делать? Мы уже начали работать. Мы вошли в сеть детских технопарков, пока это все развивается. Нам не нужен большой набор студентов, нам нужны среды. Их мы собираемся брать из региональных центров, в данном случае детских технопарков и Пушкина. В принципе, набора 500-600 человек в год нам более чем достаточно. Для этого через 3-4 года, надеюсь, нам технопарки позволят инфраструктуру это делать. Мотивированных людей, которые в технопарке поняли свои региональные задачи, региональные технопарки. Поняли, какие проблемы они могут решать с использованием технологии. Они приходят к нам учиться на проектах, которые они делают для своего региона. После того, как они закончили наш курс, они возвращаются в регион, делают этот проект. Такая миссия. То есть они проходят полный цикл от детского технопарка через наш вуз, через конкретный проект для своего региона. Конкретное рабочее место попадает. Это не массовый продукт. Есть определенная структура сервисов, которая должна быть в университете, которая соответствует таким задачам. Их достаточно много, и, конечно же, мы видим вас основа, чтобы продвигать эту тиражевую модель. Нам нужно по-новому переговориться, и мы это делаем со всеми технологическими компаниями, которые есть на российском рынке. Там мы сейчас по-новому заходим в компании «Геоскан», «Сорзон» и другие, которые на этом рынке есть. Совершенно принципиально предваренности. Я еще не буду раскрывать, но им стало гораздо интереснее такой модели существовать в нашем университете. В основе то, что нам нужна помощь, и это очевидно, что об этом говорил Евгений Кузнецов, модель управления индивидуальной собственностью должна стать основой управления R&D вообще, то есть новая. Здесь нам нужна помощь, и мы открыто об этом говорим, помогите нам эту модель построить в рамках R&D, исходя из той задачи, которую мы сформулировали. Команда и центр компетенции, я могу сказать, что у нас достаточно, у нас ВУЗ реализует проект Темпус, у нас входит профессор нашего сына, комитет ГЛОНАСС по спутниковой навигации по образованию. Вся осевая тема, ключевые профессора и ученые у нас есть, молодая команда, которую мы сейчас пересоздаем, поможет достигнуть их целей, которые мы перед собой ставим. Спасибо. Спасибо большое. Ваши вопросы. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я ключевая вещь для всех моих. Это мы, я бы сказал, это проблема номер один. Мы в рамках работы, например, по Кубе, сейчас стараемся вместе с компанией, которая входит в РНН, и решить эту проблему по-новому. Но мы не видим сейчас, честно скажу, явных путей, как этот вопрос решить. То есть институционализировать. В частном случае мы сейчас конкретно вариант прорабатываем, как, например, сделать тиражирую модель учебного центра, как каким образом проводятся какие-то такие объекты.